Все мы знаем, какой интересный и яркий процесс творчества. Сегодня открывается творческая мастерская отца Анатолия Першина. Что же ждет православных зрителей в новом сезоне? Сегодня торжественное настроение. Я несколько месяцев ждал этого момента, внутренне готовился. Как всегда, я не знаю, что будет. Я просто знаю, что будет все очень здорово, с Божьей помощью. Очень радостно то, что это дело продолжается. С прошлого года, с декабря месяца, что оно не прерывается. Слава Богу, что нас принимают. Театр «Странник». Мастерская отца Анатолия Першина – это праздник творчества, фейерверк песни, торжество музыки и духа. Творчеством и своим мироощущением в православном театре «Странник» делятся композиторы, писатели, поэты, музыканты, режиссеры, актеры и просто хорошие добрые люди. Удивительным открытием для мастерской стал Алексей Петродворецкий, человек и оркестр. Получив музыкальное образование и освоив смычковые, духовые и ударные инструменты, являясь профессиональным бас-гитаристом, Алексей исполняет произведения различных музыкальных стилей и на ручной пиле. Сейчас же, ко всему прочему, поет в церковном хоре. Постоянные участники таких теплых и родных для многих встреч – Ольга Брачина, Татьяна Чуслова, Константин Сиверский, Анна Боголюбова. Конечно, я не пою, не играю, а случилось так, что мой родной человек здесь постоянно принимает участие, выступает. И вот мне захотелось тоже принять участие, подарить какую-то маленькую радость людям. А я умею только шить игрушки. Вот и стала каждый концерт приносить по игрушке. А батюшка Анатолий вручает кому-нибудь из участников. Мастерская отца Анатолия носит не развлекательный характер, а содержательный. Благодаря профессиональным гостям, писателям, композиторам, поэтам, православные зрители узнают что-то новое о духовном мире. А без сюрпризов не обходится ни одна встреча мастерской. Сюрприз был в том, что мы в журнале «Православный летописец Санкт-Петербурга» напечатали стихи отца Анатолия Першина, который организовал эту мастерскую, которая является ее душою и духом. Это стихи, которые батюшка писал на протяжении почти всей своей жизни. Но кроме того, я принесла с собой книгу, которую издал наше издательство «Контраст». Это книга замечательного батюшки и радиакона Никона Муртазова. Называется она «Журавлиная гора». Отец Никон подвязается сейчас на Карповке Иоанновском монастыре. Очень советую ее прочесть, потому что это очень простые рассказы, бесхитростные, но это то, чего нам сейчас как раз очень не хватает. Следующий концерт мастерской пройдет 24 октября в Православном театре «Странник». Я приглашаю ежемесячно в наш театр «Странник», на наши концерты, творческая мастерская священника Анатолия Першина. Вот милости просим и Божьей всем помощи.